В истории промышленности Ивановской области открылась новая страница. В поселке Иневиш осуществлен пуск прокатного стана электрометаллургического мини-завода. Этого события ждали с 2008 года. Тогда на пути строительства встал кризис. Основные работы были начаты в 2010 году. Инвестор вложил в проект более миллиарда рублей. Теперь это предприятие полностью готово к работе. Запуск сегодняшнего прокатного стана Волжского электрометаллургического предприятия это является очередным толчком для развития качественного обеспечения и импортозамещения и удовлетворения спроса потребителей в российском качественном металлургической продукции. Продукция данного предприятия даст значительный рост всему строительному комплексу центрального региона. Планируется, что на полную мощность завод начнет работать в 2014 году. В месяц предприятие будет выпускать 10 тысяч тонн арматуры. Проблем с кадрами нет. Здесь уже трудится более 100 человек. Основной упор мы делаем на специалистов местных. Значит, проводится обучение по всем специальностям. Основная масса это будет персонал, значит, набранный в городе Иваново и ближайших районах. Значит, проводится обучение, идет полным ходом. Значит, и приглашенные есть специалисты высокой квалификации. Пока в эксплуатацию пущена первая очередь завода. Строительную арматуру будут изготавливать из металлических заготовок. Но уже через полтора года инвестор предполагает запустить электросталеплавильное производство. В качестве сырья для выпуска готовой продукции будут использовать металлический лом. Любовь Почерникова, Олег Милехин, РТВ Иваново.